Итак, следующий день наступил. Все, что залито, забетонировалось. Бетон уже взялся, он крепкий. Каркас стоит жестко. И я приступаю к наращиванию самих столбиков. Всем привет, с вами Алексей Генетик. Я продолжаю строительство дома под ключ в одного. И сегодняшний обзор, это является второй частью видеообзора, как сделать сваи для фундамента своими руками. Чтобы все сваи у меня стояли в одной плоскости, я натянул шнурку, положил деревяшку на каркас, чтобы у меня сама труба в каркас не провалилась, и начинаю обваривать. Конечно же, прежде чем обварить все капитально, я сначала делаю на прихватках, привариваю сваю к арматуре. Далее беру уровень, проверяю, если все у меня стоит по уровню, я начинаю уже хорошенько, тщательно обваривать. Ну вот, столбики приварил. На заложенную арматуру в столбы все стоит по ниточке. Все столбики. Опалубку я сделал чуть шире, чем столбик. Вот, для надежности, скажем так. Ну и все, присыпал опалубку землей, тем же грунтом, который вынимали из лунок, чтобы жидкость не утекала, молочко, и чтобы сама опалубка никуда не сдвинулась. Все, сейчас буду заливать. Залитые столбики бетоном. Бетон высох. Это вот сейчас на следующий день. Это влага, потому что я оттирал трубы, чтобы раствора не было. Вот, и теперь я размечаю, как мне отрезать сами столбики. То есть у меня на этих столбиках будет стоять балка, на которую в дальнейшем будет ложиться лага. Балка у меня получается 150 мм, поэтому от края фундамента я отметил 150 мм, накрутил кусок ДСП, поставил по уровню, с той стороны сделал так же. И сейчас натяну две нитки. Сделаю разметки и отрежу. Многие из вас могут сказать, почему же не использовать лазерный построитель. Да, конечно, можно легко использовать лазерный построитель, только я его оставил в городе. Поэтому привезу только его, когда поеду на следующие выходные. Так что вот так вот приходится выходить из положения. После того, как все сваи я обрезал в один уровень, часть среза верхнюю, я обязательно зачищаю и делаю ее прям строго по уровню, чтобы мне потом было проще приваривать уголок в плоскость. Саму отрезную плоскость, она стоит вся полностью по уровню во все стороны. Вот. Кто обратил внимание, что я сказал, что я взял 150 мм и у меня брус тоже 150 мм. Но у меня же еще прибавится высота уголков. Поэтому я не стал отнимать эту высоту. И когда все уже подшлифовал, в любом случае можно отрезать неровно, я вывел уже все в идеал. То есть столбики у меня сейчас стоят четко по уровню. И если брус будет немножко выше подниматься, чем основной фундамент, вот, то это все, как я и говорю, что можно нивелировать дальнейшим рубанком. Также, если сильно большая шишка будет, и не будет опираться край на фундамент, в самом брусе можно выбрать четверть там небольшую и уложить уже вот в эти уголки. Так что лучше сделать все немножко с запасом и потом все подогнать. Так как если когда под балку подкладывают какие-то щепочки, я считаю, что это полная туфня, так мастер не должен работать. Все должно быть подогнано, эта балка несущая, и она стоять должна очень плотно на свои обсадочные уголки. Обсадочные, посадочные, как угодно можно называть. Засверлил сразу отверстие для монтажа к балке, чтобы потом не сверлить, потому что стоит в любом случае удобно сверлить. Далее беру просто балку такую же 150 на 100, чуть короче размером, чтобы удобнее было манипулировать. Выставляю на столбики. Сейчас отмечу прям центра.
Далее прикручу уголки. То есть сразу прикручу на нужные мне места, чтобы все попало на столбы. Поставлю и буду обваривать. Учитывая, что уголок у меня 70-й, что-то я об этом этот момент прям упустил, приходится вот срезать вот такую вот часть. Ну, все, что отсюда срезалось, как раз пойдет на соединение уголков. То есть это даже замечательно, что не приходится искать какие-то еще дополнительные железки, дополнительный металл. Давным-давно среди мастеров возникли такие вот споры, как правильно пилить искру на болгарке. Искры должны быть в обратную сторону или искры все-таки вперед. На самом деле ответа какого-то нету. Кто работают все так, как им удобно. Вот мне удобно, чтобы у меня диск крутил в эту сторону, чтобы искры были на меня. Так как я часто работаю одной рукой я держу деталь, второй рукой пилю, держу болгарку. И вот чтобы у меня болгарка на меня не уехала, естественно, мне удобно так. То есть я деталь держу, если у меня запуск какая-то пойдет, болгарка у меня улетит вперед. Все, то есть я не травмируюсь. Если же у меня будет в обратную сторону, естественно, я могу травмироваться. Поэтому вот так. Ну и второе, если вы пилите так, как я, искры взад, смотрите, чтобы сзади не стоял какой-нибудь гиденваген. А иначе проблем не оберетесь. С одной стороны к брусу я уголок прикрутил. С другой стороны я уже сначала привариваю саму перемычку к зафиксированному уголку. И уже привариваю второй уголок. Когда я прикручиваю уголки, кстати, с той стороны, вот эти, которые большие, под уголки я еще подкладывал кусочек фанерки примерно 5 мм, потому что этот брус строганный и он сухой, а который я буду уже сюда монтировать, он немножко свежий, скажем так, плюс он разбух, потому что он обработан маслом, вот, и плюс он не строганный. Ну и во-вторых, чтобы какие-то манипуляции можно было с брусом делать, пришлось вот сделать немножко пошире. Так что учитывайте эти моменты, чтобы вам потом было удобнее работать. Ну что, эксперты? Есть кто сварщики? Как вам шов? Как вам катит шва? На самом деле, есть, да, немножко попадаются, что там шлаком. Потому что все-таки металл обрабатывал эмалью, немножко подкипает. Поэтому вот шлак не получилось там где-то в каких-то местах полностью выгнать. Ну а в целом это будет на самом деле держать очень даже надежно. Ну вот, собственно, все уголки я обварил. Все, как бы, вот видите, все оголовки так называемые у меня готовы. Я переворачиваю брус и укладываю на трубы. Уже сразу выбираю направление по оси, как у меня будет повернуто. Ну, у меня, учитывая, что сами столбики стоят по нитке, никакой проблемы в этом нету. После того, как брус выстоял, все померил, все стоит на местах, как мне нужно, я привариваю уголки к столбикам. Вот и винтовые сваи готовы. Точнее, не винтовые, а стоят на тумбах и залитые в столбы бетонные. Огонь. Огонь. Все в плоскости. Все в уровне. Ну, а во-вторых, все надежно. И своими руками. Балку на столбике прикрутил. Зафиксировал. Фиксировал саморезами по дереву. Вот такими вот. Кто крутит на черные саморезы, гоните их в шею. Шляпки отрываются, все потом будет болтаться. Во-первых, как бы я подставлял, я оставлял зазор, чтобы показывал, что фанерки подкладывал. Но этот брус обработан маслом. Он, видать, немножко набух. Вот, либо тот усохший уже был. В общем, забивали прям кувалдой. Все прям без зазоров зашло. Все четко. Зафиксировал саморезами. И вот сейчас, как видно, чуть выше фундамента. Вот это я сделал специально, чтобы, если что, строгануть брус рубанком и выставить уже ровную плоскость. Здесь тоже пару миллиметров поднялось.
Это нормальное явление. Лучше уж срезать рубанком, чем какие-то щепочки подкладывать.